Уроженка Ядринского района Клавдия Афанасьева взяла золото в спортивной ходьбе на молодежном первенстве Европы по легкой атлетике. Этот результат дает ей право выступить на чемпионате мира по легкой атлетике 2017 года в Лондоне. Со старта я следила за дистанцией, за соперницами и контролировала всю ситуацию. И в итоге мне удалось победить. Я очень благодарна тем, кто меня поддерживал.